Подмосковье сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение местной жительнице, которая, по версии следствия, заказала убийство своего отца, чтобы получить наследство. За расправу над самым родным человеком она предложила гонорар в 1,5 миллиона рублей. Оперативники узнали о том, что подозреваемая ищет киллера, и выступили в роли исполнителя, инсценировав расправу. Однако после задержания женщина изображала из себя саму невинность. За что задержаны сотрудниками полиции? Пока не знаю еще. Предположение есть? Предположение не знаю. В ближайшее время подозреваемые должны избрать меру пресечения.